Так, ну мы в каком-то офисе, я так понимаю. Да, А, нет, кстати, возможно. может, не офис, но... Нифига. Нихрена ты, Иисус. Да. Эти туфли лежат. Там лежат где-то. А чё тут все чёрные? Ты тоже? А, нет, ну просто посмотрите, нихрена ты. Модный. Да, я знаю. Модный парень. Банка пива, то что надо. Да, это надо, бери обязательно. Надо сейчас посмотреть, что там, ну, ниже по этажам. Подожди, а как выйти отсюда? А, вот, лестница. Что тут? Она прачечная? А лифт работает? Не. А, не, не работает. Пиздец. Если бы он работал, было бы, конечно, имбово. Блядь, я на улицу выгляжу. А, это путяная парковка такая. Я же говорю, ну, пойдем на них, думаешь? На них? Не знаю, ну пошли. Парафлу. Парафлу, убьем их. Кстати, новый, до хера. Нихуя в костюме важный, какой бумажный. Жаль, уже это. Ну их многовато, я за... Сзади. Тварь. Да. Я их башку размазал. Да их до хера, не, съёбаем. Ладно, давай сюда. О, ёбнешься. Да, вон весь Mercedes-Benz. Ключи есть. Mercedes-Benz. Откуда я вею? У Хамви. Мустанг. Нихуя! Еще один Хамви, сгоревший. Пиздец, взорвала скорую помощь его. О, заправка. А, нет, пожарная машина это. Не, пизду, разворачиваемся, едем обратно. Оооо! Сколько их тут ходит, бля? Где этот пативный пик? Хорошо. А, вот. Блять. Бля! Нихуя! Что они тут делают? Спят. Приехали. Я пусть прыгаю с машины. Ладно, бойся дальше. Зомби! Зачем их? Зачем? Ну да, я сначала хлебну газировочки. Там, может, и встретим. А вроде один. Один? А, нет, не один! Закрывай. Не один! Что? Все? Нет, все живые. Бей, 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 бей. Бей по голове. Доска моя сломалась. О, сумка. Кто-то ломится, мне уже это бесит. На голову дают те звуки. Да, свою башкой. Бля. Ему еще не больно, что ли? Нет, он пух. Кто-то ломится, я не знаю кто. Похуй. Идем у тебя. Вот этот чипок кто-то стоит. Да. Стоят, можно зачистить. Или можно не чистить. Ну понятно, что выбор такой присутствует. Ой, это кто? Повар. Повар? Грохни повара. Ну я хочу грохнуть повара. Убей повара сам. Ладно, я сделал это сам. Много зомби. Да, я согласен. Битва в дожде. Что туман начинается. Смотри, суп есть. Стал. Не знаю. Не? Не, машина вообще в идеальном состоянии, но бензина нету. Да как всегда, где бензин? Ни хрена тут зомби! Много? Или мало? Ну, может, человек 20. О, ну есть, в Мерседесе одна единичка бензина. Ну, это вообще... Нет смысла. Тише, тише. Разъебанные на парковке. Ты не знаю, подрифтил, разбился. О, наркоту перевозят в этой машине. Да? Да, только закрыто, видишь? Откуда знаешь, что наркоту перевозят? О, это листик нарисовал. О, сигареты. О, дед... Ебану, дед, смотри нахуй. Дед Максим пошел. Че мы надо? Я за наркотой. Ломится, блядь, сломка нахуй. Че-то их много. Это все за наркотой пришли. Это пусть команда. Хорошо, убегаем отсюда. Нет, ничего искать. Да, нет смысла. Может, в хаммере будет оружие? Может быть, будет винтовка Мосина. Не, ну зомби шляются возле хаммера. О, ключи от хаммера, наверное. От хаммера? Нет, скорая помощь. А вот скорая помощь, хаммер, который врезалась. А, и что она там? Заводится хотя бы? Нет, не заводит. Как это, блин, хаммер разбило, я не понимаю. Ну, хаммер просто взорвался, наверное. Ладно, вот дом есть, надо зайти. Что это? Неплохо. Что это? Я не знаю, это какое-то училище. Училище? Нет, гигамаркет. Неплохо. Ебать, он огромный. Охуенно, давай зайдем. Надо зайти где-то, не знаю, заднего выхода. О. Иду, иду. Вперед. Что это за зомби с пилой какой-то? Нихуя, маньяк ебаный ходит. Дебил. А чё он, блядь, какой-то непонятный нахуй? Ну маньяк, я же говорю. А ты куда побежал? Я побежал, да, на второй этаж и побежал максимально лево. А ты прошел пекарню какую-то? Я хер знает, я вообще не смотрел по сторонам. Я просто какой-то магазин нашел, не знаю, что есть. Санта-Клаус! Зеленый Санта-Клаус. Бил. Эльф. Не могу. Что за... Что это? Девушка-зайка. Ну знаешь, такой типа, сделан типа, как в аниме. Кто, это? Да. Да мужик! Нет, вон еще баба. Где? Да что это? Вон, смотри, бьется об окно. А это, который уебнул нахуй? Нет, вон еще одна здесь. Где? Вон она ходит. Это? Да. Кто это? Твоя пища сейчас? Это мужик лысый. В смысле? Нет.
Это не мужик лысый. Это мужик лысый. Это мужик лысый в красной рубашке. В смысле? Что это был за бред? У меня же галлюцинации какие-то. Ты кто был? Что сделал? Это мужик лысый, да? Не, у меня был не мужик лысый, я серьезно тебе говорю. А тебе, а сейчас что, мужик лысый? Да, сейчас мужик лысый. Это что? Пиздец. Кофейня? А, васаби? Вкусная? Нет. Мим! Какой мим? Это, блядь, какой-то мужик в фартуке. Мим! Это ж мим! А что? Опять какой-то мужик, у меня какие-то галлюцинации начались. Серьезно? Знаю, видел здесь мимо. Не, где-то здесь, пиздец, очень много зомби. Да? Пойдем отсюда, здесь раньше нечего искать. О, смотри, магазин холодильников. Да, холодильники продаются, можно купить. Можно купить холодильник себе новый. Ой, одежда. Где? Louis Vuitton. Ой, Louis Vuitton. Это, не знаю, с рынка. О, сумочка. Это же этот, взломщик. Смотри, в балаклаве. Чел в балаклаве, дай я выберу. Давай. Ну, чел в балаклаве. Ара, тюрьма? Почему у нас все, блядь, какие-то нахуй разные? А что происходит? Я не знаю. Какая-то краска уже какая-то, не знаю, которая всех, ну... всех все разные. Ты видишь зомчика, я вижу, блядь, разные. Мы на разных уровнях. Я не верю, что это зомчик был, когда видно, хороший человек, бизнесмен. А там убили, балаклава появилась у него. Ой, боже. Пошли в Louis Vuitton. Сейчас Louis Vuitton пойдем. Ладно, уйдет. Ой, хипстер. Провез Louis Vuitton. Пиджак. Нихрена, да? А посмотри, какой модный. Ну я говорю, Louis Vuitton. Louis Vuitton, да. А кто это? Кто в белом все? А это медсестра. Что? Где? Вон, идет. Привет. Блондиночка. Банка таблеток? Что за банка таблеток? Возьму. Чуваки, медсестры можете забрать. Так, ой, ебать, это бизнесмен! Я хочу его кроссовки розовые. И тут сзади. Пошел нахер. Ладно, бей их, я этим займусь. Он мне травку. Кобура, кстати, тут есть пистолет. А какого хрена? Кобру-то я надену. Пистолет брать не буду. Нихуя, я думаю, в одной двери. Я знаю. А, здесь... Что, светозажающие очки? Да, светозажающие очки. А эти в магазин очков. У нихуя! Ладно, идем дальше, что у него тут есть. О, этот! Как его, маньяк! Где маньяк? Смотри, маньяк! Он стоит, а маньяк. А он реально, да, маньяк. Так это не маньяк, это, наверное, это просто продавец. Как продавец? Да я его убью, я покажу, кто это. Видите? Это маньяк, ну, да, это в желтом. А почему это? Это же типа какой-то с ножом, блядь, какой продавец? А, ну. Реально маньяк. Маска культиста, блядь. Маска гуля? Я хочу надеть. Так это реально маньяк, что ли? Нихуя. Походу маньяк. О, еще кто-то идет с монтировкой на плече. Это химзащита. Химзащите? Ну убей. Это у меня какие-то галлюцинации. О, ну химзащита. А что у нас галлюцинации какие-то? Тут может это... Гастер с Бейли. Тебе ничего не понятно. Мегамар. Да вообще, пиздец, галлюцинации. О, фонарь, кстати. О, давай, свети. Батарейки. А, вот там. А, вот. Свети. Все, наконец-то. Могу выкинуть фонарь. Ломится. Нихуя, кто? Ёбаный рот. Опять какие-то бизнесмены поприходили. Пиздец. Да. Все, убей. Все? О, клюбхаус. Кто это? Бей. Все, а, с пистолетом. Это охранник, походу. А, да? В желтой рубашке? Да, он... Видишь, у него пистолет есть. Ну, пистолет там 9. Какие-то патроны. А это что? Ой, что-то здесь зомби. Опять маньяки. А, нет, да, это химзащита. Еще спортсмен какой-то. У меня пистолет есть, могу пострелять. А ты умеешь стрелять? Нет. Не, кстати, если 10 минут буду стоять, может быть, попаду. Здесь Богдан. Убил? Убил. Двоих. Еще один. Типа. Да, и баланс. Все, патроны кончились. Давай кинем его нахуй. Ладно, мне он не нужен. Что-то там много кто ломается, мне кажется. Да, сейчас будет жопа. Они выбежали. Чё за... Кто это? Хера их назад! Там... Пасик там вышло. Эй! Что? А что меня типа кто-то укусил, но меня никто не укусил? У тебя шапка спала от головы. Не, у меня шапка на голове. Странные вещи. Он тоже какой-то здесь чёрный, какой-то белый есть. Вот тоже. О, нихера, это тоже прикольно. Ой, да, чёрно-белые кроссовочки. Да, на Adidas похоже. Может быть, они есть. Мне как-то прикольно смотрится. А, нет, он просто прыгнул. Ладно. Тут
тут ломается. Да, ломается. Ой, куршка рынь. Кто там? А. Трудяга. Трудяга, реально. Гарная курица. Подожди. А, так она открытая. Здесь-то херма ломались. Блядь. А, ну здесь медицина. О, идут. Ёб твою мать, их там идет. Много? Да. Куда я убежал? Ты же хуй знает куда. Закройся там где-нибудь. Сейчас приду помощь. Я закрылся. Давай, давай. Ёб твою мать, их тут. Опять девушка-зайка. Девушка-зайка, давай, пози меня. Ебать их тут. Надо пистолет сохранять до этого момента. Блядь, у меня тут еще одна дверь будет. Они сломали дверь. Беги, я не могу тебя спасти. Ай, конец, давай нахуй, давай нахуй. Я их зову к себе. Они не хотят. Ебать их тут, все, я не могу. Нет, ты не можешь меня бросить. Я должен тебя спасти, но сейчас я пробую их отвести. Они скоро сломают дверь уже нахуй, бронированы. Я не могу. Здесь блядь, бесконечность. Подожди, блядь, я выбежал? Просто... А, вот. Будь посмотреть, сколько их там. А, их двое только. Так, надо зашел сюда. Не, их тут двое, только двое. Пошли за мной, я тебя выведу. Давай, давай. Выходи. Все. Выше, выше. Давай сюда. Фух. Закрывайся. Их было намного больше, когда я посмотрел. Не, они походу, ну я их там позвал, они, наверное, пошли за мной. Да, пусть здесь пока что. А, какие-то игрушки. Матировка есть, ну только игрушки. Матировочка, чтобы башку сломать ребенку. Ну, ладно, давай попробуем открыть. А, мы здесь были. Да, это ж магазин игрушек. Ну и все равно есть дохера. Да, многовато. А тебя, ты взял матировку с собой? Да, опять маньяк. Рабочий! Еще маньяк с рабочим, блядь. И тут еще, тут опять маньяки. Что за маньяки? Эти маньяки тут ходят. Я вообще не понимаю. Ладно, надо какой-то вон, в ту сторону, бизнесмен, давай сюда. Чем ты стоит нахуй, отдыхает? Не знаю, заебался уже. А, найти, кстати, тут... блин, тут не было прачечных. Ой, бизнесмен. Может, враг не помыть, такая раньше. Так я понимаю, но все же. Спифу, мэн. Ну, сраку, спифу, мэн. О, у меня здесь туалет есть, может помыть. Да, только это, конечно, на зомби очень много. Нет, никого нет. А, нет, они в сортирах сидят. Ладно. Нихера, в сортире кто сидит? Кто там сидел? О, ёб твою мать, у меня чел какой-то. О, это чел. Вор. О, паномка. Нихера, Джувар потом в той сортире сидел. Да. Джужа моя маска культиста. Маска? Нахера она видела? Маска культиста, крутая. Хотя нет, она зеленая? Да. Дай-ка посмотреть, как она будет выглядеть. Сейчас я помою. О, сейчас. О, неплохо, да? Куда? Это волосы огромные, блядь. Я напостришься. Ну где, надо здесь, ну, здесь должна быть же парикмахерская, правильно? Наверное. Ну да, ну, мне кажется, на первом этаже будет эта парикмахерская, хотя... Да, мне тоже так думаю. Пошли. А, здесь хотя бы овощи продаются. Да нахер нам овощи, парикмахерскую найти. Ну, желательно, да. Что там? Что это? Диснейленд! Диснейленд? Боюсь, да. Что это такое? Покататься можно, а поезда работают? Нет, конечно. Парикмахерская. Где? Иди сюда. Иду. Вот, пришли. О. Итак. Дай бы терпеть смертника. Да, бритва есть. Красный любулус. Какая? Серая? Да. О, да! Да, Dead Inside! Dead Inside Player. Зеленая, серая есть. Зеленый возьму. Как раз у меня зеленый костюм. Зеленого розового какой-то. Синяя есть, краска тебе надо. Синюю, дай мне красиво. Ой, что за ботинки тут крутые? Черные, черно-розовые. А что за хуйня? Почему у нас какие-то разные люди? Говорю, ой, магнум. Так, альпийский, поясная спина. Конечно, что за черный. Посрался я. Черно-розовый, конечно, вообще охуенно. Кто-то падает, блядь. Реально черно-розовый. А, упал кто-то. Где мой балаклава? Серьезненький, конечно, черно-розовый. На его жизнь без бороды. А где там, говорил, синий есть? Где? Вон, я положил на этот. Хочу покрасить, зреть. Я буду грузом смотреть, смотреть. А, что? Хипстер, сделай себе что-нибудь. Придется, наверное, ирокез сменять. О, нахуй. Покрасить еще, какой-нибудь цвет крутой. Так я в зеленый сейчас покрашу. А, покрасить зеленый, да. Деда, нихуя ты! Ёб ты всё! А, он, кстати, о, Луи-Витон, в пиджаках, смокинга, хочу себе. Так, ты смокинг. А, это пиджак такой, типа. О, вот такой, мистер, блядь, Блэк. Наша главная цель, выбраться из Луи-Свилла.
А, реально мне ничего не порвал. Давай, туда. Давайте тачку. Много их очень. Ладно, попробуй их отвлечь на себя, я попробую машину проверить. Ладно. Ну, конденсер был бы вообще намного быстрее проверять. Может, хаммер? Один есть, какой-то машине непонятный. Давай, заводи. Так я не могу, тут зомби окружили. Сейчас убью этого зомби одного. Я в депрессии. Да, Дёса богатый теперь, в депрессии ходит. Я не могу так жить. Я хочу уже уехать отсюда, да? Я Dead and Tight. Ты чё, взломал? Что, мустанг или синюю? Синюю. Тут почти полный бак. Здесь. Ёпишь-то. Давай, поехали, всё. С морда валим. Ура, ура, ура! Я вот такой крутой одежде, съебался с города. Поехал к вам и похвастался. Брат, ну машина такая себе, ну какая разница, блин. Нихуя, такой даже машины не было. Типа, нёхуй, пиздец. Форд. Форд, ну. Ебатик сзади! Блять! Они ломай стекло! Я не могу, все, приехали! Я-я-я-я-я-я! Мама, мама, мама! Ладно, просто зажму вперед! Мама! Я ехал к тебе! Но приехал домой! Блять! Едем, едем! Меня съели! В смысле? Ай-яй-яй-яй, мама, прости меня. Я вылезти не могу. Конечно, ты можешь и без этого тут. Ну я, в принципе, вылезти не могу. Все, нахуй. А это финал. А, нет. Не, похуй, завел машину, давай дальше. Ёпнешься просто. Отдыхай, нахуй.